Йоу, всех приветствую. Так, залетаем сразу. Так, AirPods 4 с активным шумодавом за 250 баксов, за 255 баксов по предзаказу. Сегодня у нас 28 сентября. И, короче, я их уже затестил. Что скажу сразу? Четвертое топ, реально топ. Лучше сейчас ты не найдешь, лучше нету. Вот, шумодав работает, все круто, звук классный, звук стал чище, советую их покупать. Насчет третьих, третьи тоже крутые, классные басы выдают. Те, кто там любители послушать музыку, особенно там рэпчик с басами понаваливать, третьи реально тоже топ. Я брал недавно, сделал ошибку. Прошки вторые 23-го года с Type-C-кой, и мне они не зашли, они какие-то, не знаю, там графический эквалайзер, ну, как-то настроенные, не знаю, как-то там, не знаю, динамик или что-то с динамиками, не знаю, мне не понравились, просто прямой плоский звук, никаких басов, одни высокие частоты, ну фигня полнейшая, не знаю, я их обратно вернул в магазин. Вот, и, короче, подождал немножко, вышли вот четвертые, я рад, доволен, удобные, маленькие, классные, сам наушник стал реально меньше, вот мы берем четвертые, и вот мы берем наушник с третьих, вот сами смотрим, сравниваем, насколько стал наушник реально меньше. Оп. Вот, получается у нас третье. Вот, четвертое. Ну, динамик реально стал меньше. Короче, он так особо не видно. Вот четвертое, вот третье. Короче, здесь немножко, как вот выпуклое, да? А здесь вот немножко в четвертых наушник реально, ну, меньше площадь. Плоский какой-то такой стал. И реально, ну, сидят они удобно. Мы одеваем четвертое в правое ухо. И одеваем третье в левое ухо. По удобству все классно сидит. Что те, что эти. Четвертое даже реально удобнее сидят. Они меньше, занимают меньше места. Впадают туда глубже. В ушную раковину. Вот. Подключается очень быстро. Получается, у нас в четвертых кнопки уже нету с обратной стороны. Кнопка уже здесь сенсорная. Два нажатия нажимаешь, подключаются наушники и все. И так же самое там светодиод светится. Вот он. Надо что-то зарядить. Вот он оранжевым светится. Вот потом какие-то зеленые. В общем, все круто, все классно. Реально советую брать четвертое. Будете наслаждаться звуком. Реально шумодав работает, лишних шумов не слышно. Вот, насчет теста, давайте сейчас при вас быстренько затестим, включим какой-нибудь трек быстренько, немножко расколбасимся, да, ну-ка включаем. В чем у нас тут? Soulja Boy давайте включим. Я музыкант, занимаюсь рэпчиком, кстати, еще раньше играл в группе, занимался музыкальными инструментами всякими. Так, включаем Soulja Boy, поехали. Ну да, чётенько, все в порядочке, шумодавчик работает, вообще все в огнях, реально все классно. Вот так, закидываем их в кейс обратно, одеваем быстренько третье, сейчас так посмотрим по басам, да, по звуку как оно, чё, быстренько накидываем. Давайте, у нас подключились, ага, подключились у нас третье. Опа, подки и слушаем. Ну да, тут звук чуть-чуть похуже, немножечко. Но басы даже чуть-чуть получше, басы получше. Короче, в четвертых звук чище.
И так вот все сбалансировано четко. Середина, верха, низа. Все прям классно. По басам и по, в общем, по звуку все четко. Вот. Третье тоже топчик, тоже классный. Можно ходить еще год спокойно с ними. Но это реально топ. Это одни из наушники, которые вкладыши, у которых есть шумодав. Реально топ класс. Все, ребят, всем пока, всем благ, всем здоровья.